10 лет назад в Ульяновской области появилась общественная палата. Этой дате было посвящено специальное ее заседание, совместное с Советом по развитию гражданского общества при губернаторе. Подвели итоги работы, поделились последними успехами, а главное, озвучили изменения, которые скоро наступят в работе общественников. Принят новый федеральный закон номер 183, который регламентирует работу палат. На его основе местный закон тоже переписали. С проектом уже сейчас можно познакомиться на сайте Ульяновской общественной палаты. Документ гласит, что количество членов палаты увеличивается до 60. 20 будут назначаться губернатором, 20 – законодательным собранием и еще 20 выберут сами общественники среди представителей социальных организаций региона. Второе новшество – возрастет финансирование общественных палат в муниципальных образованиях. Рассматривается размер выплаты единовременного денежного вознаграждения для председателя и его замов. Также руководители палат, если они являются представителями той или иной политической силы, должны будут приостановить членство в партии на время работы в общественном объединении. Но самое главное, у палаты, как у контролирующего органа, станет еще больше полномочий. Отчитываться перед общественниками о проделанной работе теперь будут не только зампреды, но и комитеты законодательного собрания, а также главы муниципальных образований. Общественная палата является такой площадкой, на которой можно рассмотреть любое проблемное поле, существующее в развитии экономики и социальной сферы Ульяновской области. Губернатор Сергей Морозов подчеркнул, что за 10 лет работы общественная палата зарекомендовала себя как жизнеспособный институт, которые вызывают уважение у большинства граждан. Он дал прогноз, что через 5 лет общественники и социально ориентированные некоммерческие организации во многом заменят чиновников. И это только улучшит жизнь региона. Гражданское общество на территории Ульяновской области с 2006 года сформировалось. Екатерина Нефельд, Юрий Конихин. Новости Ульяновской правды.